для людей, которые привыкли забирать от жизни все и кайфовать, значит, пришли у нас вот такие вот раскладные раскривушки, раскладные кровати, раскладушки, кто как помнит, как кто как умеет, так и называет. Вот такие вот кровати от компании Bitrace. Невероятно прочные, не как вот эти наши российские алюминиевые, помните, они были в детских садиках, я вспомнил. Там же у нас помещение и для еды, и для спанья там всегда одно было. Раньше, вот, что-то я отвлекся просто. Значит, вот такие вот раскладные кровати, которые можно использовать на кемпинге. Очень хорошо на них спать, комфортно на кемпинге. Гостям давать, кстати, я сейчас вот думаю, да, то есть очень удобно. Вот так вот мало места это занимает, еще фанеру можно поставить, вот, в машине с собой взять. И в случае необходимости в любом месте, как дополнительную кровать соорудить. Сейчас я попробую прилично эту кровать. Я просто уже снимаюсь, я хочу прилечь. Вот. Ой, все. Как хорошо. Так, что у нас немножко раскачивает, да? Наверное, это нормально. Вот. Достаточно большая, держит она, сейчас посмотрим характеристики, по-моему, 150 килограмм, я думаю, она держать. Ну, выдержит. И какой вот у нее, видите, да, какой толстый у нее вот это вот алюминий. Вот это, наверное, алюминий у нас. Да. Вот. И вот так вот он хорошо держит. И можно, в принципе, здесь достаточно комфортно разложиться и спать. Вот. Тот, кто не любит, короче, спать на земле в походе, раскладушка, ваш вариант. Ну, либо, как я говорю, дополнительная кровать дома, которая занимает очень мало места.